9 июля, Израиль, город Кармиэль, тепло, светло и мухи не кусают. Хорошо, ветерочек пошел, жара спала, так и можно жить. Красивенько у нас, зелено, свежо. Идем с работы, довольны. Впереди шаббат. Бычье на машинах ездит. Наша красуня зараз подивимось, скільки градусів. Ну сьогодні не так жарко, сьогодні нормально. Да, всего 37. 12:30 дня. Должно быть пекло, но пекла нету. Всего лишь 37. Ну, ветерочек дует, поэтому очень комфортно. Да, Киценька? Да. Да. Все, едем домой. Всем шаббат шалом.